Вулкан Попокатепетль, который считается самым опасным в Мексике, сохраняет активность. Мексиканское агентство по предотвращению стихийных бедствий сообщило, что за минувшие сутки вулкан более 140 раз выбросил в атмосферу водяной пар, газ и пепел, а также зафиксированы многочисленные землетрясения. Легкий пеплопад наблюдался в нескольких муниципалитетах штатов Морелос, Пуэбло и Мехико. Власти призывают людей не приближаться к вулкану и находиться на безопасном расстоянии во время извержений. Это не менее 12 километров.